сьогодні? Молодую маму убили прямо в центре города. Перерезали горло, изуродовали лицо, изнасиловали. Как же так возможно, что ваш муж вот такое сотворил? Он этого делать не хотел. Видать, наверное, по глупости. 4 судимости у него было за спиной. За что? Если бы я их все знала. Он прекрасно знал, что носить с собой нож – это шаг в тюрьму. Настолько изуродована была эта тварь. Это просто тварь. 4 отверстия на теле. Шея была перерезана полностью. Он ударяет с локтя, в руке нож. Так это Кристина на него напала? Ну, получается так. Ток-шоу «Говорить Украина» сьогодні о 19:45 на каналі «Україна».